Музыкально-литературные вечера, фестивали, конкурсы, концерты в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, великого русского композитора, пианиста, дирижера, проходят в рамках открытого муниципального культурно-образовательного и просветительского проекта городского округа Щелково «Рахманиновский апрель-2023». Имя великого музыканта известно во всем мире. Сергей Васильевич Рахманинов был великолепным пианистом, который не имел себе равных, блестящим дирижером и композитором, оставившим после себя огромное культурное наследие. Он создал такие выдающиеся произведения, которые своей вдохновленностью никого не могут оставить равнодушными. Они прозвучали на концерте обучающихся и преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования «От сердца к сердцу», который состоялся в Медвежьеозерской детской школе искусств. Колоритную серенаду опус 3 номер 5 исполнил на балалайке Олег Кожухов под аккомпанемент концертмейстера Галины Макаровой. Краткое, но насыщенное глубоким драматизмом тютчевское стихотворение, состоящее всего из одного четверостишия, представленное в цикле рахманиновской лирики, исполнила Алена Титова под аккомпанемент концертмейстера Алексея Прудникова. Более 20 известных произведений Сергея Рахманинова прозвучало на концерте в исполнении Медвежьеозерской детской школы искусств, детской школы искусств имени Юрия Розума, детской музыкальной школы городского округа Щелково, Врановской детской школы искусств. Юбилейный концерт, посвященный великому композитору, пианисту, дирижеру, значимое событие культурной жизни городского округа Щелково, которое запомнится зрителям. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.